Сельскохозяйственная перепись пройдет в регионе в июле-августе этого года. Вопросы подготовки к ней сегодня обсудили на заседании регионального кабмина. Перепись коснется людей, которые живут в сельской местности, трудятся в аграрном секторе, имеют подсобные хозяйства, а также фермеров и участников садоводческих и дачных сообществ. Предыдущая перепись проходила ровно 10 лет назад. Российская сельскохозперепись имеет важнейшее экономическое и социальное значение и позволит получить объективную картину состояния аграрного сектора. Полученные разносторонние статистические данные лягут в основу управленческих решений, направленных на повышение уровня жизни граждан.